К 2 миллионам розданных продуктовых наборов приближается объем гуманитарной помощи Рената Ахметова для мирных граждан. 2500 волонтеров штаба работают по всей Украине. Только на распределительной базе и пунктах раздачи Мариуполя трудятся ежедневно 200 человек. Кто стал волонтером с первых дней, расскажет Юлия Меншакирова. Сергей с лета работает в двух местах – на металлургическом заводе «Азовсталь» и волонтером на распределительной базе в Мариуполе. Когда на предприятии решали, кто будет расфасовывать гуманитарную помощь, Сергей и его коллеги, работники прокатного стана, согласились одними из первых. Нас таких много. От меня зависит маленькая часть той задачи, которая возложена на нас, как бы миссия сейчас, да, помочь нуждающимся. Поэтому я... Не приду я сегодня, на мое место придет другой. Здесь собирают продуктовые наборы 15-го рейса Рената Ахметова. Сотни волонтеров ежедневно работают для пенсионеров, инвалидов, малообеспеченных, готовят пакеты для детей до 2 лет. Еженедельно из этого логистического центра машины с гуманитарной помощью отправляются в десятки городов Донбасса. На комбинате «Азовсталь» 1850 работников – это волонтеры штаба, участвующие в формировании пакетов, в его погрузке, разгрузке и доставке грузов. Кроме этого, хочу сказать, что на сегодняшний день через Мариупольский штаб, отделение штаба, прошло уже и сформировано 1 миллион 59 347 пакетов. Это 9 864 тонны. И проходим мимо. Мариуполец Алексей Копатько – активный участник молодежного движения. Волонтером стал летом, сразу после свадьбы. Даже в медовый месяц они с любимой работали на этой распределительной базе. Романтика не отошла на второй план. Мы попытаемся совмещать и работу, и личную жизнь. Конечно, работа занимает очень много времени, но мы понимаем вдвоем, и я, и Елена, о том, что от нашей работы зависит очень много судеб. После обстрела микрорайона «Восточный» сотрудники компании «Мединвест» были первыми, кто пришел на помощь пострадавшим. Бригады металлургов до сих пор восстанавливают дома, учебные заведения и детские сады. Два градообразующих предприятия «Ильича» и «Азовсталь» они взяли на себя основную функцию по восстановлению, по помощи людям в разрушенных зданиях, да, которые там, масштабы они просто огромные, то есть мы, не дожидаясь какой-либо там помощи, государственной помощи, да, первый же день после обстрела у нас был разговор с Ренатом Леонидовичем, первое, что было сказано, оказывайте помощь и помогайте максимально всем. На распределительной базе в Мариуполе ждут новую колонну 16-го гуманитарного рейса, который отправится из Днепропетровска на следующей неделе. Юлия Меншакирова, Владимир Конопля, Евгений Якунин. События, канал «Украина».